приехали к пляжу борщ. На юге Албании жарче, чем в Черногории. Уже цветут олеандры. Сегодня 12 мая. И вот жара, скажу вам. Это речка впадает в море. Пляж огромный, белый, скорее всего, песчаный. Называется он борщ. А это оливковые такие рощи. Причем, заметьте, у них оливки отличаются от черногорских. У них они зеленую листву имеют, а у нас серую. Поднимаемся по горному перевалу. Встали на панорамной площадке на горном перевале. Смотрите, как красиво здесь. Пляж, видно, острова. А это что за отмель где-то есть? Большой город, многоэтажек много. И набережная большая. Дома такие хорошие, современные. Подошли мы к церквушке, к самой. Здесь, кстати, много местных. Андрюшка отдыхает от дороги. Дети гоняют куриц.